дети читают стихи. Эдуард Успенский. Разгром. Исполняет Конищева Юля. Мама приходит с работы. Мама снимает боты. Мама приходит в дом. Мама глядит кругом. Был на квартиру налет? Нет. К нам заходил бегемот? Нет. Может быть, дом не наш? Наш. Может, не наш этаж? Наш. Просто приходи с Лёшкой, поиграем немножко. Значит, это не обвал? Нет. Значит, слон не танцевал? Нет. Очень рада. Оказалось, я напраздновала.